Всем привет, дорогие друзья, с вами Некрос, и сегодня мы играем в Undertale Battles, это битвы с разными персонажами. И у нас сегодня будет две интересные битвы. Первая битва у нас в режиме пацифиста с Флауи. Поехали. Тихо, уже началось. Уже, смотрите, то есть ход Флауи длится постоянно, нам нужно уворачиваться от семечек. Интересно, сколько они наносят. Ой, они очень сильно дамажат. И нажимать на кнопку действия. Так. Кнопка действия исчезает и появляется снова. И нам нужно нажимать на нее снова и снова и выживать. Выживать, как я понял, по кругу они вылетают, да? А, нет, смотрите-ка, по-разному как-то. Тихо. Заметьте, лицо Флауи, оно стало недовольным. Он понимает, что нас не может никак победить. И играет знакомый такой ремикс прикольную темы Флауи. Тихо-тихо, Флауи, тихо. О, я слышу смех. Это неспроста. Будет ли какой-нибудь сюрприз от Флауи? И сколько раз нужно нажать? Непонятно. Этого нам игра не говорит. Флауи убежал. И теперь у нас идет как бы продолжение. Назад мы идем в синглплеер, режим геноцида и бой со Зриэлем. Эти же персонажи сюжетно связаны. Эй, ты думаешь, ты можешь убить меня снова, как и других? Думаешь, я глупый? Но на этот раз я собрал души всех монстров и людей. И сейчас ты заплатишь. Azrael Dreamer. Так что, по сути, это такое продолжение первой битвы. Нажимаем. Так, ну я уже вижу его оружие главное. Пока что... Опа, семечки пошли. Тихо, огни. Это уже будет, мне кажется, посложнее. Звездочки, файт. Тут еще айтем есть. Оранжевая полоска. Ну, оранжевая... Ну, у него же нет таких атак. Откуда у него оранжевая полоска? Ой, музыка шикарная вообще. Вы что? А сколько... А, жизни-то у него показаны. Тихо. Я пока еще... А, все, получил урон. Самое, что интересное, почему-то Azrael слабее, чем Флауи. А так у него много различных. Но они дамажат не так сильно, как семечки Флауи. Вот что любопытно. Но здесь, смотрите, здесь, по-моему, у души человека нет способности к временной неуязвимости. То есть она постоянно урон получает. Я так понимаю, что звезда, она очень больно. Да, она дамажит сильнее. Но на то она и звезда. Сам Azrael, как я понял, не дамажит. Да, он не дамажит. Файт! Мы почти его победили. Только странно, что мы ему урон наносим. Это ж сколько решимости должно быть у человека, чтобы обычными атаками наносить урон Azrael, у которого бесконечное количество атак и защиты. Удивительный режим. И само видение боя. Тихо. Проигрывать я не собираюсь. Не надо. Еще немножко осталось. 54. У меня половина надежды уже израсходована. Пару ударов. Тихо. Я уже не знаю, куда смотреть. Они везде. Последний удар, друзья. Сила человека оказалась больше, чем у Флауи и Azrael вместе взятых. Поздравляем, вы убили своего лучшего друга. О, еще и Azrael недовольный такой. Надутый, да? Что же вы за друг такой? Ну, игра такая, что поделаешь. Ну что ж, друзья, ну неплохие битвы были на самом деле. Как я понимаю, тут еще и Гастер есть.
И санс явно есть, они тут не просто так. Кстати, ребята, напишите в комментариях, какие еще игры помимо Undertale вы хотите увидеть на моем канале. А на этом все, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и увидимся в следующих видео. Всем пока!